luego que vendieron hace ratito lo corraron, ¿no? Pues algo. How you make it? You make it mix? And ahorita sí. What are you doing? Никит, смотри, что они тут делают. Стой. Осторожно. What that? A 40 pesos la coca. Terminando le hago, se te prepara la pulpa. Mm-hmm. Es un coco entero así. Si tiene, te preparan el coco. Интересно, что она будет делать с этим кокосом? Хочешь такой ананас? How much that? Тати. Хочешь ананас? Да? Так, а что она будет делать с этим кокосом? What do you do with that? Just eat? Es de carnita tierna. Ese es el de carnita tierna de ella. Sí, es ese. Este es el mío. ¿Tiene limón? No, el mío es limón y sal nada más. Soy brujo, no como chile. Смотри, он кладет туда лимон. И соль. Невкусно? Это спайси? Я? Так, ты что хочешь? Просто ананас? Анана. Белая игуана, yes. Вот смотри, еще одна. Вот их две. Никита, вон смотри, еще один какой здоровенный. Никит, как ты думаешь, они мальчиками питаются? Думаешь, не едят детей, нет? Думаешь? Ну, постой вот так. Постой так минуту. Ну, кто кого? Игуан Никиту. Представляешь, он сейчас на тебя как повернется и как прыгнет. Но ты иди с другой стороны. Как ты его задушишь? Смотри, какой он огромный. Вдруг он кусается. Какой здоровенный. Он старенький, наверное, уже. Я не хочу игуану, я хочу вот этого снять. Сейчас я ее тоже сниму, подожди. Вот это что за зверь такой, а? Ой, вот еще один лезет.
А теперь напугай ее. Осторожно, он у тебя сейчас кинется. А может и нет. Смотри, Никита, смотри. Смотри, осторожно. Ты лучше снимай на камеру его. Мам, кто-то хвост. Половину хвоста скушал. Угу. Это Тулум. Вот здесь пираты. Вот на этом острове пираты и жили. Куда пришли мы с пяточком? Уже не секрет. Уже не секрет. Мы гуляем по Тулуму. Это такой древний город майя. Кто там? О, какая огромная. Главные жители нынешнего Тулума. Не надо камня. Она, по-моему, есть собралась. Посмотри на меня, краснощечки. Да мы в Тулуме. Все, пошли. А теперь мы с пятачком пришли куда? Yeah.
next adventure? Australia. Есть кто? Трава? Там... Так. А ты думаешь, черепахам нужна трава? Черепаха ест траву? Откуда ты знаешь? Откуда ты знаешь? А? Ты под водой видел, что ест черепаха? Ты плавал и видел черепаху? Круто.
Никита в гамаке, как в коконе. Вон он. Вот это мальчик мой. Не-не-не, что такое? Что такое? Песка натрусил? Хочешь ляг наоборот, в ту сторону головой? Вау.
Вот это Оксана в гамаке. Она залезает в гамак. Она залезает в гамак. Ты это рыба Мадирья. Ну покажи, что там дальше море. Там дальше море. Оксана вниз головой. Вот, смотрите. Она вниз головой. Все, хватит, теперь пофотографируй. Пока. Следующая стея будет на самом стороне. Теперь фотографируй. Совершенно не опасно. Пойдем купаться и кушать, потому что уже поздно, нам далеко ехать. Пошли. Слезай! Пойдем, пошли, любимый.